В сельском поселении Демиховское ведется грандиозное строительство. На краю деревни Демихово возводится коттеджный поселок «Премьера», который будет включать в себя как многоквартирные дома, так и индивидуальные постройки. Право выкупа земельного участка на окраине деревни Демихово в прошлом году выиграла на аукционе динамично развивающаяся компания «Шатур Авто». В этом тихом уголке, в стороне от шума города и машин, было решено построить современный коттеджный поселок. Здесь будут два трехэтажных 18-квартирных дома. Здесь будут таунхаусы, это двухуровневые квартиры. Комфорт-класс, это с земельными участками по 4 сотки каждый. И эконом-класса, это общая долевая собственность на земельный участок. Кроме этого, предполагаются еще дуплексы. Это сдвоенные коттеджи с 8 сотками земли каждый коттедж. И плюс 20 земельных участков по 10 соток каждый. Строительство будет состоять из нескольких этапов. Первым из них станет постройка двух многоквартирных домов, а также административно-торгового здания. Это место будет со своей собственной инфраструктурой – магазин в шаговой доступности, детские и спортивные площадки, зоны для отдыха. А все происходящее будет фиксировать современная система видеонаблюдения. В ходе строительства применяются современные технологии, которые позволят не бояться холода зимой. В данном случае коттеджный поселок стоит на фундаменте города наливных сваях. Связан роствером и, как вы сейчас видите, железобетонной конструкцией. Железобетонные конструкции позволяют нам заполнение теплыми блоками газосиликатной фирмы «ВТОНГ» толщиной 200 мм по своей проводности энергосберегающей. Каждому участку будет подведено все необходимое – газ, электричество, канализация, холодная вода, а также интернет и телефон. Что же касается цен, то тут не все так страшно, как кажется поначалу. Это недорогое имущество, будущее, недвижимость практически стоит столько же, сколько стоит она в Орехово-Зуево, причем это с учетом уже земельных участков. Вот. Поэтому мы рассчитываем, что тот контингент, те клиенты, которые покупают квартиры в Орехово-Зуево, в ближайших к Орехово-Зуево населенных пунктах, они будут и здесь. Строительство идет полным ходом. И уже к середине следующего года строители планируют сдать два многоквартирных дома. К концу года мы сдаем таунхаусы и, скорее всего, может быть, даже дуплексы. И где-то чуть позже, через полгода, мы сдаем полностью весь уже коттеджный поселок со всей инфраструктурой. То есть мы рассчитываем, что плановое завершение строительства – это середина 2016 года. Но дожидаться 2016 года не обязательно, ведь продажи уже стартовали. Более подробную информацию по всем вопросам, а также планировкам, можно получить на сайте коттеджного поселка или у менеджеров по продаже по телефонам, которые вы видите на экране.